Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу показать вам, как я буду расписывать вот эту вот вазочку. Вазочка, ну просто никакая, стеклянная. Дно так маленько усилено. Ну вот, простая, как медицинская колба. Что я хочу сделать? Я хочу ее расписать витражными красками. Вот такие у меня есть витражные краски. Что я для начала буду делать? Для начала мы обезжирим нашу вазочку. Вот я обезжириваю жидкостью для снятия лака. Можно каким-нибудь ацетоном, растворителем 646. Можно просто тщательно вымыть с ферри и просушить. Тоже будет нормально. Ну вот. Так, чуть-чуть обезжирим его. Так, и что я буду делать? Я хочу золотым контуром по стеклу и керамике. Сейчас нанесу рисунок. Но рисунок не по шаблону, а так от руки. Шаблона у меня нет. Я еще, кстати, и не придумала, что я буду делать. Подумала. И решила все-таки типа какой-то цветочной композиции сделать. Ну вот. Так. Начала я роспись золотым контуром. Вот нанесла такие цветочки, я не знаю, видно вам или не видно. Все отсвечивает, все блестит. Вот. И теперь дам хорошо просохнуть и буду уже заливать вот этими витражными красками. Вот. Ну, золотистый контур вот подсох. Теперь можно приступать смело к заливочке. Наверное, возьму черный, середку буду черным заливать.
Сидела я, думала, и все-таки решила, думаю, сделаю я точечную роспись поверх своей заливки. Как бы скрою те неаккуратности, вот, которые я сделала. Все-таки опыт это еще мало у меня заливки витражной такой вот этой росписи. Вот. Ну и что, какие выводы? Ну, ваза симпатичная, все, она мне нравится. Рисунок более стал такой яркий, насыщенный. Ну, как бы вот эти листики, они как бы углубились заточенной росписью. Но если честно, то без точек мне нравилось больше. Оно бы выглядело более нежно. Вот. Ну, ладно, век живи, век учись. Можно попробовать и так, и так. Как бы, ну и подруга сказала, что так мне нравится. Очень даже. Ну, как бы, не знаю. В общем, теперь что я сделаю? Теперь витраж нужно покрывать акриловым лаком. Вот у меня акриловый лак, декоративный, бесцветный. Ну, что хотела вам сказать. Я уже снимала видео, как надо покрывать лаком. Что только хотела сказать вам, еще добавить. Вот этот лак нужно покрывать тонким слоем. Вот такую вот мазню нельзя оставлять. Сейчас скажу почему. Вот видите, вот даже вот тут вот где точки, надо их как-то размазывать. Нельзя оставлять почему? Потому что если большое скопление лака, он застывает вот таким как бы комком. Ну не комком, как сказать. Ну, он высыхает. Вот то, что вот тонким слоем нанесено, его не видно, но это придает глянцевость и все такое. А если вот он застреет вот в этих порах, то он застывает, и потом его просто-напросто видно. Он портит вид. Поэтому я вот наношу лак, но размазываю. И так как вазочка все равно будет соприкасаться с водой, то обязательно лак нужен. Но я его нанесу, наверное, вот сейчас высохнет слой, ну минимум в 2 слоя. Лак этот у меня акриловый, глянцевый. Бывает еще и матовый, но у меня глянцевый. Вот так. Некоторые еще советуют наносить лак в одном направлении. Ну что хочу сказать по этому поводу. Нужно, может быть, если на гладких поверхностях, тогда и можно наносить лак в одном направлении. Но так как у меня вот здесь точечная роспись, и как бы она вся какая-то вот, ну как бы цветная, и я стараюсь вот смазывать вот эти вот наплывы по ходу рисунка. То есть одна у меня получится, может быть, вниз один мазок, другой может быть вверх, третий в сторону. Нужно каждый раз смотреть в конкретном случае. Так, вот это у меня уже все нанесено. Ну вот, спускаемся дальше. Ниже, вернее. Может быть, сначала, первоначально и так наношу, а потом размазываю уже как надо. Ну вот, друзья, закончила я просушку своей вазы. Покрыла ее на 2 слоя акриловым лаком вот этим вот. И что вам хочу сказать? Ну, можно сказать, что я расстроилась. Мне не нравится, как ложится этот лак. Вот, ну, не нравится. Хотя краски вот эти вот для заливки тоже, наверное, акриловые. Ну вот, вот смотрю сейчас, и вот он ложится как бы полосами. А это как бы видно. Была такая нежная глянцевая как бы структура здесь. И вот здесь какие-то появились полоски вот от этого лака. Может быть, конечно, от внешних воздействий я и защитила лаком. Но мне кажется, внешний вид немножечко как бы пострадал. Конечно, если не знать этих погрешностей, вроде как бы вазочка и ничего смотрится. Симпатичная такая, яркенькая, на солнце горит. Но полосы видны. Вот, и как бы я ни старалась этот лак растирать, чтобы тонким слоем был, полосы все равно остались. Вот никак я не могу привыкнуть к этому акриловому лаку. Для меня лучше лак такой, типа паркетный, яхтовый, хотя он и желтит.
Вот. Ну, не знаю. В общем, вот так получилась моя работка. Тут я уже, конечно, ничего переделывать не буду. Но как бы для себя уже делаешь для заметку. Если добавляешь точечную роспись, то вот эти витражные как бы углубляются вовнутрь, смотрится по-другому. И сделала вывод, что лучше или вообще лаком не покрывать, или покрывать, но тогда другим, не акриловым. В общем так, если видео вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых-скорых встреч. Пока-пока!